770. Ким Чен Ын приехал на личном автомобиле, и на первый взгляд он выглядит как новый. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть маркировку Майбах на заднем крыле багажника и надпись S650 на багажнике. Сравнивая его с автомобилем Ким Чен Ына в сентябре прошлого года, мы видим, что предыдущая машина не имела маркировку Майбах на заднем крыле и слово S650 на багажнике. Mercedes Maybach S650 – это первоклассный автомобиль, цена которого составляет сотни миллионов вон за единицу. В результате отслеживания New York Times маршрута автомобилей Mercedes-Benz в Северной Корее в 2019 году выяснилось, что они были введены контрабандой в Северной Корее через 5 стран – Ирландия, Китай, Япония, Корея. For instance, when he was in the Netherlands, когда Ким посещал Германию, кортеж было целых 20 Почему санкции на него?